мастерская очень старая, старее меня в разы. Она, наверное, существует с начала 20 века. И здесь сменился не один скульптор. То есть дико старое место. Когда-то сюда въехала, получила эту мастерскую моя мать еще, будучи молодой. Вот. А я здесь оказался в 5 лет. Мать скульптор, да, Доброхотова Валерия Борисовна. Вот. Вообще у меня родители художники. Отец Повзнер Лев Александрович. Такая компания. У меня нет ярких воспоминаний с детства. Я помню, что я всегда был предоставлен сам себе и всегда находился вот в атмосфере вот этого вот скульптурного производства. И как-то сам себя развлекал и занимал. И мной, в общем, никто особо не занимался. Жизнь в мастерской — это определенная вот такая модель, образ жизни. Довольно сложный, надо сказать. Сложность, ну, начиная просто с бытовых неудобств. То, что здесь нет кухни, нет ванной комнаты. Здесь постоянно вы попадаете в процесс собственной работы. Нету дистанции. Вы утром встаете и сразу видите, что вы делаете. Если вы, допустим, недовольны этим, или если у вас плохое настроение, это не всегда приятно. Вот. И хочется это как-то иногда решить. Игрушками у меня были в основном скульптурные материалы. И в какой-то момент я, видимо, достаточно физически окреп, чтобы взять скарпель и киянку. И у меня, значит, появились передо мной вот небольшие камни, известняк. И я увлекся, значит, рубкой камня. Причем, кажется, идеи, которые у меня были тогда, и так, как я думал, они у меня до сих пор такие же. Если меня засунуть в маленький ящик, наверное, я буду там только рисовать. Но, в принципе, любой рисунок потенциально, он для меня видится как в продолжении скульптура, причем которая может быть довольно большой. И все даже небольшие вещи — это просто такие, можно сказать, что это модели к вещам, которые могут выйти из помещения, в котором я нахожусь искусственно. Вот. И как-то жить в городе и быть больше. Размер — это тоже очень, кстати, важный инструмент в творчестве. Вот просто не всегда есть возможности вынести работу на улицу. Для этого должен быть какой-то причина или предлог, который от меня, кстати, не зависит. Поэтому если в какой-то момент предоставляются или появляются такие возможности, вот, не все, а какие-то, то я с удовольствием, с большим удовольствием думаю о том, что работа будет стоять где-то не в четырех стенах, а где-то жить вот в общем месте. Для меня каждый, кстати, проект под открытым воздухом — это возможность путешествовать. И вот, вспоминая эти путешествия, было одно такое, которое я запомнил и которое меня радует до сих пор. Это когда-то мы с друзьями ездили в Дивногорье под Воронеж. Изумительные места. Вот. Причем они и красивые, там очень культурный слой, богатый, там раскопки, там заповедник. Вот. И была возможность очень деликатно что-то там сделать, вот, прямо на месте. Мне вот привиделся такой идол, истукан, в виде кулера. Я взял кулер, обычный кулер такой, который живет в офисах. Я его там прям нашел, снял с него форму, отлил из бетона. И взволок на гору, нашел такое хорошее место, немножко уже вытоптанное, белое.
и водрузил. И было очень... Он прямо вот врос так. Потом мы его сняли, убрали, чтобы он там вид не портил. Еще было классное путешествие. Это когда проходила архитектурная биеннале в Венеции несколько лет назад. Вот. То выставка, в которой я участвовал, располагалась в старом палаццо, у которого имелся дворик. И я сразу выбрал, так сказать, местом для работы дворик этот. Обычно бывает так, что та работа, которую я делаю, она, как правило, странным образом, она и приходится к месту вот, в происходящем, в каком-то событии. Я сделал такую как бы детскую площадку, которую я сам, как каждый ребенок, там, помню. Но это только на первый взгляд детская площадка. На самом деле на ней невозможно не играть, не проводить время, а она скорее про какую-то жесть. Потому что, мне кажется, иногда что-то, какое-то предложение специальное там, для детишек или что. Я вижу в окружающем мире, который немножко и приспособлен для людей, как бы френдли, я замечаю какие-то репрессивные моменты часто и жесткие. Вот. И детская площадка для меня хороший образ, чтобы столкнуть две темы, противоречивые такие. С одной стороны, какая-то игра и веселье, с другой стороны, какие-то уже жесткие механизмы, которые человека так как бы немножко формируют, иногда его так обтесывают. Вот. Да, еще был один нетипичный проект, странный для меня. Это было предложение сделать какую-то достаточно, очевидно, крупную скульптуру в парке Горького. Вот. И как бы алиби для этого было... это была рекламная кампания марки виски. Очень каких-то супер виски, я не очень в алкоголе разбираюсь, но потом я понял, что это какие-то топовая какая-то контора. Вот. И, значит, это была завуалированная реклама, но она давала достаточно свободы, чтобы делать что угодно. И тоже парк Горького, кстати, близко, но чтобы дойти до этого парка Горького с работой, мне понадобилось доехать до Шотландии. И я сделал такой кинжальный такой бросок до Шотландии. Я прилетел туда ночью. Вот, и улетел оттуда там через день буквально, и попал я сразу вот в ту сказочную Шотландию, вот, где в глуши, в этой суровой такой природе с колючими кустарниками, холмами и бесконечным холодным таким океаном стоял такой замок-заводик. Я не знаю, сколько он там, сотен лет стоит. Вот там ничего не изменилось. И, в общем, мне сделали экскурсию по вот этим вот вискокурням, описали очень подробно процесс, чтобы я вдохновился. Поселили меня в каком-то почти гномьем старинном таком отельчике при этой, этом заводе. Вот. И это было как бы как даже как сон, потому что мгновенно туда-обратно. Вот. После этого я сделал... как ни странно, в парк Горького 6 жирафов. Очень высоких. Высота их была тоже очень важна. Высота у них была 5 метров 14 сантиметров. Что-то такое, сейчас уже не помню. Почему? Потому что, когда я гулял по этому заводу, мне показали вот эти вот установки для перегонки спирта, в общем, сердце завода. И это сердце завода напоминало буквально жирафов. Это были такие какие-то медные чаны с длинными шеями, в конце выходящими в странные трубы. И они называют их даже жирафы.
После этого у меня были разные идеи, но мы остановились вот на этих жирафов, и жирафы эти нужные высоты. Вот, и они как бы вот сели в парке Горького под названием «Гости». Вот сколько я себя помню, у меня есть такая странная возможность говорить на этом языке. Внутренняя потребность. Может быть, она компенсирует какие-то недостатки, скорее всего, в других областях жизни. У меня никогда не было задач делать какую-то вот скульптурный продукт, быть профессионалом, хотя, наверное, я профессионал. Кажется, для себя понимаю, что такое язык живописи и какие там могут быть задачи или в скульптуре. Но у меня для меня на первом месте стоят какие-то вещи вообще не из этих категорий. Мне надо высказаться, как-то себя выразить, что ли. Я, может быть, имею в виду задачи медиума, жанра, но это не первоочередная для меня задача решать актуально проблемы жанра. Потому что я понимаю, что произошло с живописью в начале 20 века. И что происходит сейчас. Или что к традиционной скульптуре сейчас тоже могут возникнуть вопросы вообще, нахрена глину трогать. Вот. Но я как-то оставил это по боку и занимаюсь тем, что мне просто необходимо высказаться. Вот. Поэтому в живописи в своей я, наверное, вот таких живописных задач не ставлю. Я просто воспроизвожу свои образы с помощью этого материала, вот, ставя себе какие-то вполне такие узкие рамки. Вот. Поэтому вот последняя серия — это гуашь, бумага. Бумага, кстати, самая говенная. Это крафт, склеенный еще скотчем. И гуашь, материал очень тоже странный. И в первую очередь это рисунок и создание образа. Вот. А к живописи я просто... Я, конечно, думаю о цветах, но это не совсем живопись. Хотя, может, и живопись, я не знаю. Музей-гараж делал так называемое вот мероприятие арт-эксперимента, оно называлось. И у каждого этого арт-эксперимента есть какая-то своя тема. Вот тот эксперимент, в котором я участвовал, как-то относился немножко к детям. Вот. И я вспомнил как раз себя в детстве, здесь, в мастерской, жизнь ребенка, вот в художественной мастерской. И сделал такие четыре немножко автопортретные такие фигурки мальчика. И вот этот мальчик как бы начинает творчество. И для того, чтобы начать это творчество, он принимает какие-то позы, пользуется какими-то самыми простыми инструментами. То есть это такие эмбрионы художника, такие позиции стартовые. И вот чтобы рисовать, я или там ребенок, мне был нужен только листочек бумажки и чем-нибудь по нему царапать. Вот я его клал на пол и занимал определенную позу для рисования. То есть я садился на карачки или нависал. Это такие позиции. Вот. И еще там был паренек, который делает скульптуру. И я тоже вспоминал себя. И тоже помню вот этот кусок камня, у меня молоток, вот это железный зуб, и я вот это вот фигачу. Вот. Потом это все обрастает продакшенами или еще чем-то. А вот вначале появляется это у каждого человека, кстати, независимо от возраста. Потом еще там был мальчик, который как бы актер или как бы, может быть, поэт, потому что он стоит на стуле. Постановка на стул, это сразу мне вспоминается, это такое, ну, это клише как бы немножко, что это вот, знаете, ставят детей на табуретку. Тоже немного репрессивная хрень.
И еще один просто сидит и читает. У него была книжка, а на книжке буквы насыпаны. Этого нет на фотографии. Вот. Вот такие четыре ипостаси художника, которые я сам прожил. Выставка называется «Куство». Куство, потому что это были такие карандаши. Если вы стачиваете карандаш, то слово у вас потихонечку исчезает. Вот. Мне кажется, это хорошая метафора. На выставке то, что я сделал, ну, в течение вот последнего года, довольно сложного для меня года, но выставка очень для меня важная, лично для меня. Мне кажется, я как бы в каком-то смысле все время возвращаюсь к себе, вот, в своих работах. И вот сейчас я очень-очень-очень близко подошел к себе в этих работах. И еще там стоит художник, скульптура. Одна скульптура большая, я ее прошлым летом слепил на улице. Вот, лепил в мастерской под открытым, ну, под закрытым, но, в общем, на улице. И это такое мое прочувствованное иногда мое отношение к искусству, когда, казалось бы, история искусств уже все переживала и переварила, и все равно вы стоите перед холстом или перед чем угодно, и иногда и надо пробить это. Вот. И вот там стоит художник, который пробил эту белую иллюзорную плоскость и куда-то попал. Может быть, в реальность, в настоящую попал. Фрагменты — это, с одной стороны, приятная возможность слепить глаз или ухо, или нос, или какую-то деталь. С другой стороны, это такое обращение внимание на такой уже привычный формат восприятия скульптуры фрагментом. И это интересная тема, кроме удовольствия от лепки, если еще просто вот как на тему на это посмотреть, что мы привыкли в музеях видеть скульптуру расчлененкой. Мы спокойно воспринимаем вырезанный глаз или отрезанную голову или безрукую скульптуру. И это такая замыленная оптика, на самом деле. И это тоже про скульптуру очень, про форму. И вот мне было интересно про это подумать и что-то сделать. Делаю ли я большую скульптуру месяц? Или делаю ли я маленький рисунок? Ощущение жизни от этого одинаковое. То есть неважно, большая ли это скульптура, или это рисунок, или это картинка, или еще. И это такой просто некий процесс. У меня есть книжка, называется «Маша, доброе утро». Я рисовал картинки каждое утро близкому человеку. И для меня все творчество свелось вот к этому процессу коммуникации, на самом деле. То есть вместо слов или вместе со словами я все свои чувства пытался передать вот в этих картинках, вот, которых я нарисовал довольно много. И в итоге это такой диалог такой. Вот. Я рисовал их и отправлял в чат каждый день. Вот. И в итоге у меня собралась такая пачка рисунков, вот, из которой мне показалось, можно сделать книжку, и важно, что почему я решил эту книжку сделать, и что это стала книжка общедоступная. Потому что, с одной стороны, это довольно такой интимный процесс переписки, вот. Но, с другой стороны, мне показалось, что эти картинки, они могут существовать и сами по себе в форме вот в такого вот обращение к человеку, вот, что они вполне на тему вот какого-то признания в любви такого. Я могу сказать, что я не работаю буквально с натурой никогда. Не могу.
Но я думаю, что весь ссор, все, что меня окружает, вся жизнь, она, конечно, в меня попадает, каким-то образом меня, мною употребляется для работы. Вот. А вот если попытаться как-то все-таки про вдохновение, меня вдохновляют люди, только люди, и то, что люди делают. Искусство, вообще возможность человека быть человеком и что-то делать. Потому что когда я читаю Пушкина «Маленькие трагедии», меня это вдохновляет. Вот. Меня вдохновляет свойство творить. Не разрушать, а творить. Можно работать из ужаса, можно. Можно из, как бы, из ненависти, из какого-то, но это очень тяжело. Любая почеркушка — это все равно творчество, созидательный жест. Вы должны этот минус, все равно он меняется на плюс автоматом. Хочу попробовать новые возможности, новую технологию. Вот сканирование и распечатывание на принтере. Но смысл в том, что можно, как когда-то научилась делать фотография, так же вот сейчас можно отбирать у чего угодно, у предмета, у существа или у поверхности, отбирать форму и работать с этой формой не руками в традиционной такой манере, когда нужно образ этот сделать, слепить. А вы можете в компьютере, в программе, совершенно несвойственным для этого предмета образом, менять его свойства. Вообще работать со свойствами. Гнуть, увеличивать, уменьшать. Это такой новый инструментарий. И мне кажется, что в какой-то момент, когда принтеры будут так же доступны, как цифровые фотоаппараты, конечно, отношение к скульптуре изменится. И мне как раз интересно, что будет вот со скульптурой в самом архаическом смысле слова, потому что она никуда не денется. И я думаю даже, что, возможно, будет второе дыхание. Для художников, для творчества интересно даже не столько функциональная вот эта опция распечатать предмет, а интересна новая оптика. И интересны ошибки компьютера. Например, как он ошибается. Потому что люди уже хорошо знают, как они ошибаются. Они стилизуют, они с формой делали и то, и сё. А вот как видит компьютер, и что, как он позволяет изменить образ, вот этого еще не было. Вот. Ну и здесь должна быть доступная технология. Сейчас пока это очень дорого. Это была игрушечная машинка, хрен знает с какого у меня, с детства. Я ее увеличил до человека. И сейчас я хочу... отсканировал и распечатал. И я хочу сделать пару. Я хочу сделать девушку с машиной или человека с машиной. И они вот так вот будут стоять. И я человека тоже отсканирую и тоже распечатаю. И у меня будет такая скульптура «Человек с машиной».